Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале «Вязать легко и просто». Сегодня у нас с вами очень простой, вот такой легкий воздушный узор. Этот узор отлично подойдет для вязания летних изделий, для топов, маек. Также этот узор можно использовать при вязании объемных изделий. Полуверы, свитера, кардиганы, шали, палантины. Вяжется он как поворотными рядами, так и по кругу. Узор очень легкий. Раппорт узора 4 петли и 8 рядов. Этот образец у меня связан из хлопка, мерсеризировано, спицы номер 3,5. Здесь в 50 граммах 105 метров. Вот так он выглядит с лицевой стороны, вот так с изнанки. Отлично подойдет также для детских изделий этот узорчик. Он очень простой. Итак, для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные петли. При вязании узора по кругу вам необходимо набрать количество петель кратное 4. Итак, я наберу сейчас на 3 раппорта. У меня получается 14 петель. Так, сейчас. В начале вязания я рекомендую провязать нулевой ряд, установочный. Все петли провязать изнаночными. Итак, вяжем нулевой ряд, кромочную снимаем, все петельки провязываем изнаночными. Это у нас изнаночная сторона. Кромочную последнюю провязываем изнаночной. Провязали нулевой ряд. И переходим уже к вязанию основного нашего узора. Итак, первый ряд. Кромочную снимаем. И начинаем провязывать раппорт. Делаем накид. Одна лицевая. Далее мы провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Лицевые у меня уже стоят левой стенкой ко мне, поэтому я их просто провязываю лицевой. Если у вас правой стенкой стоят петельки, в данном случае вы разворачиваете их левой стенкой к себе. Провязали 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Мы провязали раппорт. Повторяем. Накид, 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Провязали второй раппорт. Повторяем. Накид, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Мы провязали третий раппорт. Кромочную провязываем изнаночной. Провязали первый ряд, второй ряд, и у нас четный ряд, и во всех четных рядах при поворотном вязании мы все петельки провязываем изнаночными. При круговом вязании все петли провязываем лицевыми. Вот таким образом. Провязали второй ряд. Третий ряд. В третьем ряду у нас все петли провязываются лицевыми. Кромочную снимаем. Все петельки провязываем лицевыми. Узор очень простой. Провязали третий ряд. Четвертый ряд. В четвертом ряду все петли изнаночными. Это у нас четный
ряд. Провязали четвертый ряд до конца, пятый ряд. Итак, в пятом ряду кромочную мы снимаем и начинаем раппорт. Провязываем сначала 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Далее 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Провязали раппорт. Повторяем. Второй раппорт у нас. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Провязали второй раппорт. Повторяем. 2 петли вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Все, кромочную провязываем изнаночной. Провязали мы пятый ряд, шестой ряд. Опять мы провязываем все петельки изнаночными. Провязали. В седьмом ряду все петли провязываем лицевыми. И уже восьмой ряд у нас заключительный. Все петельки мы провязываем изнаночными. В этом узоре вам просто нужно будет запомнить, как провязывается первый и пятый ряд. Узор очень легкий. Все, все петли изнаночные провязываем. И мы закончили раппорт. Далее вы повторяете с 1 по 8 ряд на необходимую вам высоту. Вот такой очень незатейливый, но в то же время такой аккуратный, нежный узорчик. Применяйте, буду очень рада. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго и ровных 7 петелек.